должна быть здесь. Другое дело, что я прошу вас максимально помогать мне петь, если вдруг я не буду справляться. Я постараюсь, хорошо? Вы готовы начать? И вся страна смотрит нас, и мысленно многие с нами здесь. Давайте передадим привет тем, кто смотрит нас в прямом эфире. Давайте мысленно обнимемся. Мы посылаем вам любовь и благодарность. Погнали музыку.
влюблен? А кто хочет влюбиться? У меня есть волшебная песня для первых и для вторых. Она абсолютно про любовь, и она дико круто работает. Поцелуйтесь под нее, кто пришел парами сейчас. Окей? Эй, давайте смелее! Я понимаю, когда вы придете на ВК-фест 25, вы уже будете стесняться. Но сейчас вы молоды, это ваше время, это наше время. Целуйтесь прямо во время песни, можно все. Хорошо только здесь. Окей? Самое время запремьерить песню, которую я не пела никогда еще. Вот никогда нигде. Первый раз. Ну, я знаю, что вы знаете. Все так тихо. Ой, какие у вас прекрасные голоса. Ты нетипичный.
сейчас. Ночной трек. Поэтому давайте попробуем включить воображение, забыть, что рядом солнце, красивая вода, друзья, темные очки. Побудьте сами собой, почувствуйте ДНК моей музыки, пожалуйста, вот прямо сейчас. Расслабьтесь, пожалуйста. Сейчас поднимите, пожалуйста, руки вверх.
По возможности уберите телефоны, потому что обычно они вылетают из рук в эти моменты. Правда, лучше уберите поглубже. Поднимите ваши красивые руки, а если телефон, то держи крепко. Тут есть кому снимать? Я посмотрела, тут камер 200. Зачем? Посмотрим потом вместе. Окей, держим руки. Теперь мне нужно, чтобы все. И вот VIP тоже. И вот там самые красивые балконы тоже. И вот там наверху очень удобно все пристроились. Окей, со мной в одну сторону. Все должно получиться вот так. Так, ленивые. Ленивые люди есть. Я смотрю. Для того, чтобы было классно. Давайте еще. Супер, спасибо. А теперь запомните, пожалуйста, простые слова. Ваша партия в песне. Ты что-то подсыпал в мою любовь. А вы знаете? Ну и супер, так даже легче. Погнали. Я веду себя не как всегда. Ну и кто же знал, что доверять нельзя? Дыхание глубоко, сердце бьется в такт. Это не вино, это твой азарт. Ты что-то подсыпал в мою любовь. Ау, это хорошо, еще. Ты что-то подсыпал в мою любовь. По-другому. Я очень надеюсь, что вы ее споете от начала и до конца. Я в твоей ходе.
припев. Готова? Таких модных греешь губы холодные, но кожей пытаются уловить этот мой тень. Такие модные шепчут губы холодные, мысли вслух речи против, как мы хотим. Такие модные греешь губы холодные, но кожей пытаются уловить этот мой тень. Такие модные шепчут губы холодные, мысли вслух речи против, как мы хотим. Я слышала, как вы пели. Я видела, как вы кайфовали. Знаете, чего не хватает? Прыжков. Вам тесно, я знаю. Но если все вместе... Это так приятно, кстати. Такое приятное ощущение, когда ты в пространстве с единомышленниками и вместе прыгаешь. Давайте попробуем прыгнуть. Да? Вниз, вниз, вниз. Если вниз легче считать. Нет, нет, нет. Все, 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 пожалуйста. Все, все. Еще. Это правда надо, мужчина? Вы пришли на фестиваль для молодежи. Прыгайте. Серьезно. Еще. Еще. Так, хорошо. Круто получается. А вы сможете очень громко крикнуть «нет связи»? Вот я буду петь «не могу дозвониться», а вы
Не могу дозвониться. Нет. Кайф, а можно, чтобы кричали абсолютно все? Договоритесь, ладно, рядом с некричащими? Я хочу этот рекорд, новый рекорд Гиннесса, чтобы кричали абсолютно все на площадке. И это круто. И опять в прямом эфире ВК. Спасибо.
большой-большой сольник. Увидимся!